Доброго всем времени суток, с вами Тексер, Battletech. Погнали добивать горячую точку. Я думал было сначала подождать, а может подождать, правда, фрукт подождать. Смотреть на него. Давайте подождем, ладно. Посмотрим на фрукта. Да, все хорошо. Так, давай фрукт, иди сюда. Все, встречу, хватит нас. У меня ваха потрепана, или у меня еще одна ваха идет? Наверное, еще одна ваха. Ладно, погнали. Так. Потопали. Необязательная программа 2. Ок. Ок. Итак, что у нас? Да, и там вторая ваха. Арчер починен. Ваха есть. Фрукт. 70-тонный фрукт у нас тут. Так, прекрасно. Лазеры, уапы. Надо кого-то меткого, с одной стороны, то обсадить. С другой стороны, блин, я когда людей качать буду? Смотрю на букет, который сплошные шести... Блин, фантом еще есть. Уж фантом никого нет. Со, блин, они один другого крашивают. Так, давайте я мумию сюда посажу пока. Черт его знает, что он там встретится. А на миссиях попроще буду других прокачивать. Хотя, блин, там уже конец карьеры, там 270 дней осталось, кого там прокачивать нафиг. Не, можно и после играть. Я, правда, не знаю, смысл-то есть. Собрать звено кинг-крабов. Так что, наверное, нет. Оплата 660. Ёлки. Вы все слышали, удерживайте базу и уничтожайте непрошенных гостей. Конечно. А удерживайте завод, отправьте его домой в спасательной капсуле. А, нет, лорду отправить. Да. Забавно написано. Поехали. Command interface initiated. Лорд Джаспер Биссет, я не знаю, кто ты, наемник, кто тебя послал, но ты оставишь этот завод и уйдешь отсюда, а мы уничтожим тебя именем дома Биссет и дома Девион. И на этой карте я уже воевалась. Помните, я вот был отсюда, а враги заходили вот отсюда. Черт возьми, одинаковые карты начинают уже вымораживать, я их все знаю. Кажется, это намек, Сандер. Пора приниматься за работу. Обороняйте завод и не уступайте Биссету ни пять. Наш клиент хочет, чтобы силы противника облажались на каждом этапе и покажет статье, прежде чем вы уничтожите их. Не дайте ему уничтожить строение заводского комплекса, разберитесь с отрядом Бист. После этого можете все отдыхать. Хорошая работа, командир. Блин, один в один, по-моему, было задание. Только начинал я не на заводе. Так. Да, теперь они справа сверху. Сверху нападают. Что-то мне кажется, сейчас вот они нападут оттуда, а потом они нападут слева снизу. Вот у меня такое ощущение. Тут еще робот ходил по краю стены. Ну, короче, все это было. Выходим. Вот тут я вокруг этого камня бегал за роботами. Короче, блин, по-моему, даже задания повторяются. Так, вон там хреновина уже есть. Давай, выходи, 55 тонн. Топ-топ-топ. Еще 55 тонн, но это не страшно. А что я тебя не вижу? А, ты за камнем сидишь, типа. Ну ладно. Эй, ну ладно. Пошли. Фрукт вперед. С коленками назад. Что тут у нас? Росомашка. О, давай из лапы и жарим. Даже, по-моему, попал. О, брони-то нет. Где? Не вижу. А, вот. 70 тонн. Ну, это что-то тяжелее пошло. Так. Давайте вот так. Вот так, наверное. Всех этих ребят видеть. Посмотрим, что там пришло. 70 тонн. Газонокосилка. Нормально.
Ну, не газон, косилка, она кузнечик. Ну ладно. О, мимо прошло. Дурак ты, боссман, шутки у тебя дурацкие. Торпеда-то мимо прошла. Да. Ну, Арчер, понятное дело. Ну, давайте. Кузнечика пожамкаем. Они все битые какие-то, я прям удивлен. Ты. Ваха. Ну вот у них обоих средние лазеры, это подразумевает, конечно, близкую дистанцию. Все не очень хорошо. Ну хоть чуть-чуть попал. Я не знаю, что такое конский разброс. Вроде люди-то все меткие у меня достаточно. Но прям разброс жуткий. Они, конечно, бежали, у них, конечно, уклонение. Но меня вот уклонение так хорошо не спасает. РБДХ. Ладно. Что-нибудь Росомашка еще пойдет, нет? Да, Росомашка прыгнет. Вот так вот она напрыгивает. Сейчас тебе фрукты влепит. Heavy hit? Вот это был heavy hit? Откуда? Слева, блин. Зараза. Там какая-то сволочь ракетная. Так. Commander? Вон оно. Ну. Короче, я пошел туда. Там, конечно, зараза лупит по зданиям. Ни ног, ничего нету. Но это-то ладно в ногу. Блин, такой разброс, я просто офигеваю. С чего такой разброс сильный? Идет. Интересно, возле башки ракетная установка. Там пилоту комфортно вообще из него стрелять. Ну, кстати, он тоже мажет по черному. Хотя, возможно, это РБДхи, поэтому и мажет. Так, ну по этой я не смогу выстрелить. Так, пошли ракетчика выковыривать. По пути постреливаю по этим ребятам. Это я у него не могу? О как, ну ладно. Могу. Блин, я не могу мимо такого момента пройти. Roger. По-моему, я попал. Ага. Вломить в центр торса, это вообще прям сказка. Commander. Да прям с места. Из всего. Мне кажется, он то не переживет. Пережил. Ага, не могёшь. Зря, наверное, к нему поворачиваюсь боком, ну ладно. Я того хочу добить. Если я в центр торса ломлю всем, чем есть, а он лежащий, он не вернется. Ага, правильно. Вижу крепление противника, идет прямо к вам. Здорово-то как. Я еще этого не выковырил из-за угла. Одно-то здание он сейчас вынесет. Хотя 7 раундов подержаться. Должны выжить 4. Ну ладно. Просто он сейчас опять будет ракетами пулять. Ага, мумию первая, отлично. Сейчас мы этого ракетчика отвлечем. Не отвлечем, но вокруг пошел.
Ну давай, может, упадешь. Меткость у нас не в чести. Ну ладно, мародер ты выдержит. Мародер собака крепко перегревается, он правда. Так, Леонес. Ready. Да черт с тобой, пробегись. Отвлеки немножко на себя. По нему жахнут, конечно, но вот лучше, чем по зданиям. Что тут у нас? Тапульта. С1. Yes, boss. Арчи сейчас по ней жахнет. Надо от здания отвлечь просто. А вроде первое здание не снесла, да? Да, не снесла. Нормально все. Лови, козябра. Не все по мне из-за горизонта стрелять будут. Я тоже постреляю. Сбьем боту, собьем боту его скрипт. Так, что у нас тут? Газонокосильщик. Молоченко. Сейчас мы тебя свалим. И надо туда уходить, к подкреплению. Даже так много не надо. Вот двух вполне хватит. Огонь. Лазер был уже лишним. Все, теперь подкрепление отвлекать надо. А то они сейчас начнут жахать уже по городу. И? Ну, я же говорю, начну. И там опять какая-то ракетная собака. Ладно, ракет у нее мало. Эй, катапульт тигриным прыжком ломанулась такая. Что такое? Кто тут по мне, да? И фрукту в спину. Ладно, в спину ему еще не стреляли. Нормально, нормально. Не пищи. У меня тут башню сносит. Неудачно торчит. Оу, вот точка тапульта. Если не арчер. Блин, настырно это, да? Есть полтора ракета, оттуда же выстрелил. Так. Где они? Они где-то тут. Что, пойду в лес смотреть. Вот оно стоит. Привет, козлы. Джевелин и неведомые хрени. Слева еще кто-то, да вы задрали. Наше здание разрушено. Конечно. Я не могу в 100 местах сразу быть. Так. What's up, boss? Ну давай попробуем метким выстрелом его снять. 54 маловато, конечно, ну давай. Ты ничего не хочешь уронить? Нет? Ну ладно. Чё, тут один? Зараза-то, а? Вообще, это здание тоже несёт. Нет, не снесло. Ну ладно. Ваха. Да как вас тут много-то? Когда со всей округи лезет много тараканов, это очень плохо. Не, все, добьют. Слева, я так понимаю, их четверо тоже. Standing by. On it. Ну, пошли защищать, блин, город. Так. Ну, в общем, этого отвлек. А правда, внизу еще стоят. Да, 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 все. Он на меня отвлекся. Он по городу больше не стреляет. Если мне
Да вот что походить, я и тех отвлеку. Я сейчас просто вон мародером по трем целям жахну. Мех 70 тонн, хрена себе. Арчер? Ёлки, арчер! Центурион. Но город вроде за стеной, поэтому если вывести из строя арчера... Ты кто? Там какой-то 45-тонник гнусный сидит. Давай сюда. Так, ты кто? А, топорист. Хе-хе-хе. Топорист. Топорист фигня. Так, джавелин. Так, это тот джавелин, который я по башке жахнул. Хорошо. Я просто хочу сейчас всех их заинтересовать. Да, на троих не хватит. А, вот хватит. Угроза перегрева. С. Б. Во. Давайте, со всеми дружить будем. Тебе. Тебе. Удачно прилетело. И тебе. Вот. А они теперь все мной заинтересовались. Разбирать первыми, наверное, буду арчера. Все, эти на город больше не нападают. А следующими надо вот тут разбираться. Ты умеешь по нескольким целям стрелять? Не умеешь, это плохо. Пошли смотреть. 60 тонн, а там... Да блин, сколько? Чё там? Орион, тоже хорошо. Ведро и Орион. Но он цели делить не умеет, вот чё. Давай. У Ориона могут быть ракеты. А у Ориона точно есть ракеты. Я увидел, что они у него есть. Это он ракетами здание сносил. Но сейчас до ведра доберусь. Так, мумиё. Ну давай хоть так. Отвлекать на себя. Чтоб не город. Что угодно, только не город. Так, ведро вроде есть. Да? Да. Огонь. Попал. Все. Ведро тоже теперь увидело своего врага, теперь для него город не враг. Да, это... Ну да, 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 да. Ой, структура раскрыта, это паршиво. И пошел. Это лорд кто-то сидит, сто пудов. И арчер пошел поближе. Так, сейчас будем с вами дружить. Арчер, я думаю, будет дружить с арчером же. Я даже могу попробовать в него метко попасть. 18%? Нет, 69% много. Но много еще куда не шло. Да нет, не буду. Да, просто выстрел. Тут что-то прилетит к Центуриону наверняка. Перед ним стоящий. Он не прилетел. О, вдохновение поперло. А вообще тут трое, что ли? Их трое. Сила. Так, это что, арчер жахнул через город сюда? Ох ты, сволочь. Ну, понятно, да, ты любишь по крышам прыгать. Только здание не трогай. А, этому я руку оторвал. А когда успел? А, первым выстрелом успел, я помню. Так, вот топора пробивной удар, который игнорирует укрытие. Неплохо. Арчер, ты куда пошел, Ирод? Не трогай здание. Да, он здание не трогает. У меня гнусные подозрения уже пошли по поводу того, что меня сейчас тут устроят. А чего вас так много-то? О, все, все сюда согрелись, да? Но хоть Центурион биться пошел. Так, ладно, поперли.
Дойду в лес погуще. Мне, конечно, арчера жахнуть. Ну да ладно. Арчер за углом, арчер недоступен. А, джавелина. А можно джавелину на самом деле? Так, пора охлаждаться. Я думаю, пора. Да, прям сильный перегрев. Ну, можешь, конечно, метким ударом. Чем не экономить-то. Так, лазеры были лишние. Чек. Ну, залп был неплох. Ягермех тут вот ходит. Ух, какие стволы-то. Так. Отступаю в лес. Тебе уже так навешали хорошо. Руку. Руку побили. Орион. Ягермех. Ну, ягер по зданиям, мне кажется, не жахнет. Да, метка. А, у тебя хладиловка есть. Давай-ка вот этого мы сейчас пощупаем, товарищи. 54, фигня, 50. 50 лучше. Ну, в смысле, там уже битая. Рука, торса, это хорошо. Вообще, у него там ракеты, но я ракет не повредил. Егер злая штука. С четырьмя пушками. Ваха, держись. Блин, ведро злобное. Столько всего напихано в него. Так, мумиё. Да, просто пальнём. Ладно, я решил фокусить Ориона. Ага, вот так, да? Выходи тогда. Тогда выходи. Фрукт. Давай, инициативу перехватывай. Ну что ты перегрев? Перегрев ему. Давай, шипеть. Огонь. Хорошо, случайный выстрел зашел. Я так не задумывал, но залетело хорошо. Так, ну этому все понятно. Центурион или топор. Этого бы еще достать. Ах, ладно. Да перегрев, перегрев. Включай свои лазеры. Или топора. Отстрел. Близко. У него так структура раскрыта. Так, а это охлаждаться не умеет. У меня арчер. Это сейчас ведро попыталось выстрелить? Это я ему вообще все оружие оторвал, какое у него было? А, нет, это Орион. Ну, Орион тоже, видите, у него ракеты что-то тормознулись. Он так и не смог. Че топор, биться бежишь? Но у него пушка есть. И у него какой-то пробивной удар. Хрен его знает, что это такое. Обилка, что ли? Да, конечно, лоу. Так, арчер потоптался, потоптался, решил вернуться. Да, сквозь стену ракетами. Молодца, а. Траекторию никто не считает. Но будем считать, что они взлетели вертикально вверх и полетели ко мне. Откуда? И кто самое главное? А кто это? Центурион? А, да, вот первоклассный пилот. То есть он ходил и побежал дальше. Так, прекрасно. А, вот тут у нас все печально. Начну отсюда. Фрукт. Фрукт. Давай, Орион, добивай, ну нафиг. Так, перегрев, перегрев. Огонь. Пенит Вариона. Вот ягер пошел. Вот это, конечно, проблемка. Но он что-то ходит и не стреляет. Я прям удивлен. Так. Это центрион, наверное. Топор мне тоже не нравится. Он что-то как-то
Ой, ты как все хреново. Ну да. Так, ладно, давай. А P10 оставим. На тебе, вот вместо, вместо пробивного удара. Стопэ, ведро, ты чего? Тебе же оторвали все, что на это ведро? Это ведро. Да систем, то есть систем. По ведру могу, по ведру могу. Перегрев. Перегрев хреново. Лови ведро. А в пузяку хорошо зашло. Прыжковый двигатель, не серьезно. Critical hit, critical hit. Так, отхожу в лес. А я сразу подумать не могу. Но на самом деле могу. Давайте их ребят поддержу. Ты им там еще ягер успокаивать. Все, ведро сдохнет. Нога. Ну, нога тоже хороша на самом деле. Может даже пилот сейчас сотрясется и помрет. Бум. Нет, ранен. Ну, тоже хорошо. Мустю устроили. Так. Это он, чтобы уклонение набрать. Да как тут задрал. Игнорирует укрытие, прибывный удар. Кто ходит? А, арчер вышел. Битому не имется. На мародера, все правильно. Короче, ой, это как в морду прилетело. Да лоу, конечно, арма. Этот Центурион не успокаивается, по фрукту лупит. Надо ему намекнуть, что враги тут. Что-то он прям не хочет сюда. Так. Ну, надо этим ребятам тут заканчивать. Фрукт? А фрукт прекрасно себя чувствует. Так, мне надо, чтобы ведро не встало. Перегрев, перегрев. Ну, тоже неплохо. Все, тут остался только ягер. Сейчас самая фигня у нас на правом фланге. А ягер что-то топчется, я не пойму, что он творит. Он даже уходит. Он уходит. Ладно. Ягер меньше из проблем. Так. Мне показалось, что я склад не туда повернул его. Ага. Боком. Тупо боком. Переиграть нельзя. Мисклик, елки. Ладно, остынет. Остынет. Медвекогть, отходи. Ты только не промахнись, блин. Не скликнул. Так. Центурион, ты сволочь. Есть смысл тебя целиться? В 17% смысла целиться нет. Ладно. А вот по площади фигачу. Да что ж такое крепкое-то? Леонес. По-моему, смысла нет. Я хочу в него стрелять. Да вообще его не видит. Эй! Куда пошел? Не, ну вам понятно, куда пошел. Я вот не пойму, че он не дерется. Вот чего. А чё, ему все равно куда? Я прицелился, он обсыпал его всего. А это все прыгает, зараза. Пробивный удар по мародеру. Ага. Он доклюет вот так. Тут кто ходит? Чё, все Центурион? Центурион продолжает сюда лупить. Не знаю, он больной какой. Его там лупят, он продолжает долбить сюда.
Но мародер хоть подостыл. Уже хорошо. Так. Ну давай, с Центурионом займусь. Я оружие не включил. Да понятно. Центурион. Реально запарил. Так, перегрев, да, блин. Да в руку-то чего? Фузяку надо было. Так, ну ты подостыл уже. Стреляй. Вот тут, кстати, не подостыл. Давай, Леонес. Вот он точно подостыл. Да нет, он тоже на прошлый ход стрелял. Ну, мы ему пробили защиту. Ну, неплохо зашло. Ох ты, убил лапу ему. А у него орудия плечевые? По-моему, плечевые. Или нет? Или... Да, я ему все стволы вышиб. Но у него наверняка есть какие-то ракеты, лазеры в корпусе. Ты что на меня задом в атаку идешь? Ты совсем крышу поехал. О, он какой-то больной. Не подходи к нему, он заразный. Лорд Джеспер уничтожен, фабрика под нашим контролем. Неожиданно. Вы изумительно поработали. Город с домом Бист лежит на поле боя в виде груды обломков. Ваша рота превзошла себя, командир. Я в восторге от ваших успехов. Давайте встретимся на орбите, мы перечислим вам полную сумму. Ни хрена не понял, ну ладно. Надо было этого просто заводить. Может было раньше сделать. И мне дешевле обошелся бы ремонт. Ну, в принципе, что мне? Мне ваху потрепали. У него просто внутренний дамаг чинится. У этого брони поснимали, но это не страшно. Так, что имеем? Ведро. 60 тонн. Спорно. На продажу пойдет. Росомашка. Вот так вот сразу хлоп и росомашка. Ну, грасхоппер меня не прельщает. Тут что-то прям такое вау. Ну, тут с такими плюсами. Да. С жирными плюсами модификаторы, но меня вот так устроит. Я лучше роботов продам. Что-то мне и выпало. Не самое хорошее, но выпало. Ну, дали бы что-то добить. Как-то странно. Да-да-да, росомашка, ведро. Быстроходные маневренные. Солидный арсенал быстро нагревается. Не обязательно программу 3, вот там еще часть есть. Вы отлично справились с заданием, командир. Репутация дома Бисса теперь будет не просто отметят грязи, а их позор забудется не скоро. Я в восторге, я жду ответа герцога Бисса. Рад быть полезным, граф Стиглиц Брэдфорд. Наверняка вы будете еще довольны, когда получите свой гонорар. Я лично перешлю его вам. А сейчас, если позволите, мне нужно приготовиться к следующей встрече с герцогом Бисетом. Искусство злорадства требует регулярной практики, я намереваюсь дать этому мерзкому ублюдку урок профессионального мастерства. Разумеется, до скорого, сэр. До скорого, друзья, до скорого. Вот же самодовольный сукин сын. Надеюсь, он наслаждается своим триумфом в суде. Будет просто ужасно, если все эти местные погибли зря. Как бы то ни было, с вами соглашусь, мне тоже не улыбается наблюдать за тем, как невинные люди будут гибнуть из-за политических игр испорченного аристократа. Но, к сожалению, наша работа стоит как раз в том, чтобы делать людей вроде графа счастливыми. Нам редко выпадает шанс объяснить им, как следует поступать в ситуациях, для разруливания которых они нас нанимают. Ну да, в принципе, не наше это дело, мы наемники. Едва ли можно выразиться точнее. Ладно, по местам, ребят. Чем быстрее мы отсюда свалим, тем легче мне станет. Пора искать новый контракт, надеюсь, без таких сложностей. А, все-таки закрылся контракт, да? Гонорар, лям. Кусок краба! Да вы что? Да серьезно? У меня краб появился. Один из самых тяжеловооруженных и бронированных мехов истории. Да.
Так, кого-то надо куда-то. Кого-то куда-то это ведро. Мех утиль на склад. Вот это пришло. Нет, мне кажется, мародера жалко бросать. Так, росомашка на склад. А кентара я пробовал? Мне вот кого выгнать? Ну ладно, кентар мне не очень нравится. Честно сказать. И вообще пора мелюзгу убирать. Вот росомашки, кстати, получше. Грифон, даже не знаю, грифон тоже хорош. Катапульт, запасной ракетчик. Вот кого-то из этих двух надо будет сейчас скоро убрать. Ну, не прямо сейчас, но... Ну что, ладно, так, починить. Кинкра. Ну, я на него, скорее всего, пересяду. Вот это зверюга. Статонная. Джиггернаут, штурм в ближнем бою. Ну, так, ладно. А две пушки, четыре лазера, четыре ракеты, четыре ближнего боя. Ну, погнали. Две пушки. Лазеры у него в одном плече, ракеты в другом. Сейчас посмотрим, как он вообще на максималку, если его зарядить. А, и не туда понес. Не, ну тонны-то улетают, дай боже, да, вот так максималку поставлю, чтобы понимать, чем я по весу. Так. Какие у меня хорошие РБДхи. Надо эту марчеру поменять. РМД 6. Плюс. Обязательно. Так. Масса 3 тонны. А давайте. Давайте с боезапасом озабочусь. ЛБ-10, АП-10. Пум. Пум. Ну, поскольку 120? Не 120. Это по 8. Это мало. Чуть-чуть. Да понятно, что вес уже пошел. РМД. Вот вы по сотке, да? Да. А стрелять по 12. Хорошо. Давайте прям к вам положу туда в плечо. Двух хватит. Так, ну просто я, скорее всего, лазер на маленький сменю. Оборудование. Вот. Гироскоп. Минус к урону. Модификатор руки, очень сомневаюсь. Ставить склад в определенное место. Нет, просто две ячейки. То есть вообще куда хочу, да? Окей. Дальномер. Плюс дальность обзора. О, в башку нормально пойдет. Так. Модификатор руки, вот я не уверен, что ему нужен. Три тонны? Нет, не буду. Так, лазеры малые. Ну я уже, да, я уже в перевес пошел, но... Стоп, еще не средних лазеров. Есть. Давай. Ну я готов поступиться. Немножко броней. Тремя тоннами брони, да, все так вот сделаю. У него в лапах, конечно, брони будет поменьше, но это все равно до хрена. И у него перегрев просто конский. Поэтому давайте охлаждением займемся. Оу. Да, я вижу. Что делать? Вот, пошло только у него.
спасения от жары. Я понимаю, что я перевесил сюда много очень. Не, вот это уже перебор. Это уже, господа, перебор. Масса 0. СНЦ. Масса 2. Фигня. И это пошел перебор. Давайте снимать лазеры. Да. Можно большой на средний заменить. Плюс 10 крон. Погодите, это 50 у него с бонусом? Да, 50 с бонусом. Давайте. Поменяю. Вот. Броньки мало, броньки мало. Дайте рамдак с ним умножить. И вот это с ним. О! Так, наверное, лучше. Он, конечно, не по самые уши бронирован, особенно лапки. Но вот так более-менее. Ну, просто мне очень хочется напихать в него гуроружие. Он просто вот, блин, пипец как хочется. Это машина, созданная, чтобы обвешать ее оружием с ног до головы. Причем, если бы у меня были 20-ки, я бы, конечно, вот этими слотами поступился. Он у меня просто шел бы с двумя пушками. Ну ладно. Кинг Краба, охренеть. Вот это выпало. Выпало так выпало. Так, Арчера на переработку. На переработку. На замену. Замена, блин. Два дня, нормально. Хотя в этих 77 ногах ничего. Ракетный катер. Такой ракетный катер. Все, у него эти... Прервать. Блин, я хотел ему с охлаждением что-то сделать. Ладно. Ух, как хорошо-то с крабом. Так, 3700, мимо. 6900, прекрасно. Так, сюда что дает? Минус дальности. В ближнем бою. Блин, в рукопашку что ли? Ну давай возьму. Мумио. 3900 в пролете. Я, по-моему, тоже в пролете. Нет, не в пролете. Так. Плюс 3 к здоровью, понятно. За непрямую наводку. Ну, странно. О, вещь. В защите там, там дофига чего. Положено достижение опасной зоны. Что оно обещает, я не знаю. Опасная зона. Я себе взял навык. Теперь опасная зона. 10, 10, 9, 9. Красота вообще. Так. А в магаз я тут ходил? А, ходит. Баншиха лежит. За 13. Но у меня пока мало.
Ну, блин, большие я не хочу, на самом деле. С печами, блин. Не, ну печи ему можно поменять на большие лазеры. Хрен знает. 95 тонн, конечно, приятно. Командный музыка. И тоже с печами. Но на самом деле я бы, наверное, мародера взял. 75 тонн, правда, но мародер очень удачный робот. Прям очень. Так, давайте посмотрим, сколько мне возиться с крабом Арчером. Ну, понятно, с этим 2 дня. Вах, что-то на один день загремело. Так, ну краб 10 дней, причем только его 10 дней, а там до него еще сколько-то роботов будет, да? Но краба я не скоро получу, я понял. Не, могу его, конечно, вперед выдвинуть. Краба вперед. Краб первым чинится, потом все сволочи остальные. Наверное, так и сделаю. Я так и сделаю. Ну как? Вперед. За Арчером сразу. За Арчером и... Болт. Ну, такой себе. Так, болт сюда. Арчер сюда. Вот так это будет. Итого до краба 13 дней. Не, я могу просто просидеть эти дни. У меня... Тут, собственно, денег-то вагон. Я могу вообще не париться. Могу вот так вот промотать. И, конечно, вот это вот уходит. Истекло время хорошего настроения. Ну, истекло, что поделать. Бывает. Так. Оп, стоять. Там Орион на подходе. Все, краб у меня. Ну что, господа, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.